В общем, атака, война с двумя оружиями против воина с одним оружием и щитом. Скажу еще пару слов. То есть использовали не только удары оружием, но также удары другими частями тела. Удар ногой. Использовали топор по-другому, но зачем? Можно было зацепить щит, отвести и прорубить человека насквозь. Также часто поражаемой зоной были ноги, поскольку, видите, ну в щит не так удобно бить. На человеке еще, скорее всего, будет шлем и корпус не пробить. Но подходят, захватывают, отвлекают одним ударом, а вторым разрубают ногу. Так все это и происходит. Ну, мы вам с радостью показали более полный контакт. Просто, во-первых, плывет ладья, а во-вторых, сейчас у Ивана нету шлема, поэтому это травмоопасно. Вот, вы сейчас увидите постановочный бой там. А потом мы еще придем сюда к вам. Так что не переживайте. Еще пару ударов-то сделаем ему по щиту. Давай!